Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья мои хорошие, в общем, еду только что с дачи, вот еще в униформе такой грязной. И птичка мне напела, что недалеко от моей дачи, а именно вот в таком лесу, вот таком травянистом, смешанном, растут лисички и в большом количестве. В общем, вот так остановился в поле, просто, ну, не совсем в поле, чуть-чуть сместился с дороги, ну, посередине поля. И решил сходить прогуляться, посмотреть, сколько, есть ли, в принципе, птичка права или нет, есть ли, в принципе, грибы, есть ли те лисички, которых говорят много. При этом говорю, привет, Москва, привет, Питер, привет, Санкт-Петербург, привет, Волгоград, привет, Чехия, привет, Лангепас, Мустафа, огромный привет, Сергей, привет, привет, Геленджик, Сочи, Приморье, Крым, ЛНР, ДНР, Украина тоже привет, США, Америка, Франция, Великобритания, Польша, всем друзья, Африка, привет, Египет, привет, Южная Америка тоже привет, Мексика, огромный привет, Куба тоже большой пламенный привет. Короче, вот что я могу сказать. Корзинку я на всякий случай с собой взял, вон там ножик и треногу тоже взял на всякий случай. Авось повезет, что будет действительно много, я поставлю треногу и будем резать. При этом, друзья, говорю, это канал Юрганов Лайф, подписывайтесь, если вам видео это понравится. Кстати, я говорю, что это будет ролик очень короткий, пока иду по полю с вами разговариваю. Ролик будет короткий, на полчаса я его растягивать не буду, просто засекем. Кстати, да, давайте по времени засечем, сколько времени сейчас. Я показываю, 6 часов 35 минут, без 25:07. За какой период времени и сколько насобираем лисичек. Все это вам честно расскажу. При этом, вот смотрите, от машины чуть-чуть дальше отдаляюсь. Все будет на самом деле честно и правдиво. Погода позволяет идти, кстати, смотрите, как в тапочках, в рабочей форме, в тапочках, в шортах. Ну, грязные, рабочие имеется в виду. И футболочки. То есть летний вариант самого такого грибосбора. Белых уже почти не осталось, они все крупные. Попробуем найти лисички. Итак, заходим в лес. Не знаю где, как. Не люблю, честно говорю, не люблю я такой лес. В каком плане? Трава, клещи, еще что-нибудь. Ну, куда? Ой, в яму упал. Итак, надо, наверное, вот так ходить и ногами отодвигать. Может, что-то и появится. Просто сказали, что в траве. Но это же надо еще найти. Конечно, грибники палочки ставят, берут. Так, так, так. Пока пусто. Здесь что? О, ребята! Ребята, посмотрите. Действительно, лисички есть. Смотрите, правда, они крупные, но я думаю, ничего страшного. Кстати, смотрите, да, их много. Они уже, наверное, большие переростки. Так, так, так. Так, еще муж. Вот. Вот я вижу. Ножик я взял. Все взял. Давайте, короче, приступаем к тому, чтобы их резать, собирать. В общем, эти срезаем и пойдем еще дальше поищем. Вот такой лес, наверное, у многих. Он такой не совсем приятный. То есть, конечно, да, я привык по мху ходить, в тапочках, там, по иголочке, по песочку. Да, наглый такой. Но сейчас это совсем другой лес. Итак, я режу. Итак, приступаю к сбору грибочков. Вот, кстати, тоже здесь есть. Оп. Оп. Самое интересное, они по цвету такие светленькие, потому что они в тени деревьев растут. Но на вкусовые качества никак не влияет. Во. Классные, классные большие лисички.
Вот. Машина там какая-то приехала, мимо проезжает, я просто всматриваюсь. Да, они просто мимо проехали. Так, движение идет. Грибов действительно много, одна полянка и уже сколько. Так, вот. Так, дальше, здесь еще. Вот такие крупные, оригинальные лисички. Птичка была добрая, не злая. Соответственно, вот посмотрите, буквально с одной полянки на донышке уже появилась лисичек. Это неплохой результат. Сейчас пойдем еще здесь тут же поищем вместе с вами. Вышел на какую-то тропу, но по ней не пойду, кстати, хотел показать, где этот, вот всякие разные поганочки-то растут, беленькие, крупные вот такие, какие-то сыроежки, и вот такие есть, и вот такие есть. Так, пока, ну это буквально спустя 2 минуты, лисичек я не обнаруживаю. Так, сыроежка. Вот он, сыроега. Бутылки, ну как всегда, мусор. Люди же отдыхать приезжают. Так, что еще? Мухомор. Все, понял. Короче, надо с тропинки сворачивать и собирать там, где в траве, как я только зашел. Это будет верный вариант. Правда, крапива колется, жжет, кусается, зараза. Ладно, давайте дальше искать. Ну, вот только зашел, уже было. Значит, может, где-то в глубине и подальше еще что-то будет. Подальше или поближе. Ну, короче, разгребаем вот так ногами и ищем. Время что у нас? Без 18 минут. Ну да, пока мы дошли, пока с вами пообщались, пока я срезал, это все правдиво. Гуляю еще порядка 5 минут, но что-то пустота нету. Конечно, тут хожено, тут люди уже и без меня собрали то, что есть. Но как так тогда получилось, что я нашел сразу в том месте, как только зашел. Надо вот такие места, наверное, и находить. Ладно, пока не отчаиваюсь, иду дальше. Вот хожу, вот так ногу убираю. Ну и что это? Ну поганка. Вот еще поганка. А лисички-то где? Лисички. Ау. Ау, лисички. Ау. Пока нету. Ай да красавец какой, а. Съел его. Но он невкусный. Какие-то дебри меня занесло. Такие полупроходимые. Но ничего нету. Ну, друзья, какой-то обман. Птичка была. Неправильная, что ли? Вернее, правильно, ну как так-то? Где еще грибы собрали? Похоже, да. Не, нету. Не, ребят, больше я ничего не нашел. Проходил сколько?
Сейчас 7 часов. Проходил 25 минут, и я ничего больше не нашел. То есть те грибы я как в первый раз срезал, и все. Больше не оказалось. Это что можно сказать? Птичка вроде как верное направление дала. Нет, вернее, птичка все правильно сказала, грибы есть. Но она не указала направление. Я попытался на свою интуицию, скажем так, понадеяться, но она меня подвела. Так что, ребята, не обессудьте. Канал Юрган оф Лайф, меня зовут Иван. Это был самый короткий ролик по сбору лисичек, грибов в лесу. Видео, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрган оф Лайф. Я с вами, Иван, прощаюсь. До новых встреч и говорю вам пока! Пока. Все, иду к машине и уезжаю. До новых встреч. Пока.